Всем привет, с вами снова Ниагара, и мы продолжаем визуальную новеллу. И в прошлой части остановились вот на этом берегу моря. Воистину символ лета моря и есть лето. О, это наши боги, короли-боги. Море. Да, море. Море же, да? Ага, море, оно самое. Опять показывает. Раз уж мы оказались здесь, остается сделать только одно. Конечно, Шентян, давай на счет раз. Море! Я, наверное, тоже так буду кричать возле моря. Ох, простите, ребята, даже не знаю, что тут сказать. Не беспокойся, мы были готовы к чему-то подобному. Хотя говорилось что-то об укреплении семейных связей, но эта парочка развлекается больше всех. Очень на них похоже. Они как мальчишки-сорванцы, правда? Сорванцы? Ты уверена, что здесь уместно это слово? Эти двое вмиг оказались королями пляжа. Все на них смотрят. Примула, как всегда, не реагирует. Между прочим, я сложила из вещичек их вещички отдельно от наших. Не хочу, чтобы люди подумали, будто они с нами. Но они же будут все равно подходить, общаться. Все дружно закивали. Кстати, Маюми, что? А что насчет твоих дополнительных занятий? Они у тебя разве не каждый день? Сейчас, знаешь ли, ходит ужасный грипп. Пока поправишься, пройдет немало времени. Ага, понятно. А это лечебные солнечные ванны? Уверен, доктор, который тебе их прописал, очень популярен. Когда трясешься в ознобе, лучше держаться в тепле, правильно? Мысленно я представил зловеще чарующую улыбку госпожи Бенни. Ладно, я приготовлю для нас место, так почему бы вам, дамы, не пройти переодеться? Ого, я поражена, ты очень предусмотрителен, когда дело касается девушек. Но ничего-ничего, девушкам требуется гораздо больше времени, и потому идите лучше первыми. Верно, а я позабочусь, чтобы он не подглядывал, так что не беспокойтесь. Молодец, Цучимикун, ты знаешь, что делать. Тогда мы рассчитываем на тебя, Ринтян, пойдем переоденемся. Прихватив свои вещи, девушки отправились в раздевалку. Что ж, давайте раскладываться. Ицуки, можешь вытащить матрас из сумки? Так у нас для всех хватает места. Может, стоит попросить ту парочку немного нам помочь? А то сейчас они явно не заняты ничем полезным. Эй, Мабо, подожди! Ха-ха-ха, догоняй, если сможешь, Шинтян. Нет, только не это. Пожалуйста, пусть они не приближаются к нам. Ты просто не понимаешь, Рин. А? Что? Столько красавиц в одном месте, больше нигде. На всем побережье ты не найдешь такого счастья, да, наверное, во всей Японии. А значит, мы обязаны дать им покрасоваться в купальных костюмах. Как можно скорее, нельзя терять ни минуты, ни даже секунды. Нужно проявить снисхождение к чувствам прочих. Прочих? Ох, ничего себе. Едва оглядевшись вокруг, я все понял. Пляж очень популярен, сейчас заполнен людьми. Но большинство парней смотрят в нашу сторону. Точнее, на девушек, выходящих из раздевалки. Теперь-то ты понял? И правда, кажется, будто в стаю голодных волков бросили кусок мяса. Выглядит пугающе. Защищать их наш долг, верно, господин рыцарь? Он хлопнул меня по спине от души, веселясь. А весь труд он явно собирался свалить на меня. Не волнуйся, я обо всем позаботился и сохраню воспоминания о лете на пленке. И сколько же камер ты приволок? Я взял одноразовую цифровик, однолинзовую и 8-миллиметровку. Не стесняйся, проси. Настоящий профессионал. Спасибо, что подождали. Девчонки вернулись примерно через 15 минут. Я уже видел их в бассейне, но все они, безусловно, красавицы. Приковали к себе внимание большей части посетителей пляжа. В самом деле. Так идеально, что почти пугающе. Видишь, это благодаря моему идеальному выбору. Но в таком случае, может, он чересчур идеальный. Вы оба не слишком-то пяльтесь на них. Маюми, как обычно. Если будешь тянуть туда нос, сразу получишь от меня по заду.
«О, перестань! К чему угроза?» Ицуки смотрит то на Примулу, то на Маюми. «Что? Тебе еще ждать дождать, пока ты ее перерастешь?» «Посмотри на себя! Я про размер груди!» «Римутян, давай создадим лигу крошечной груди!» «Мы привлечем внимание этого пляжа!» «Ты уверена, что ты его хочешь?» «Думаю, мне тоже пора идти переодеться!» Так, время переодевания, конечно, 3 точки. «Рин-кун, разве ты не собираешься плавать?» «Я обессилен, поэтому немного отдохну». «Чего он так обессилил-то?» «Вот Рин-сама, Нарине дает мне холодную банку с соком». «Спасибо. Кстати, у вас в другом мире есть океан?» «Да, хотя немного другой». «Другой? В чем разница?» «Не такой соленый, я прежде слышала об этом, каково оно здесь, но все равно очень удивлена». «Тоже и с океаном, с океанами в мире демонов, еще там нет волн». «Наверное, это лишь потому, что я не привыкла, но немного страшно заходить в океан в мире людей». «Как интересно, хотелось бы мне увидеть океан, столь не похожим на наш». «Тогда давайте отправимся туда в следующий раз, я знаю хорошее место». «Было бы здорово, настоящее маленькое приключение». «Да, у нас будут тебе рады». «Знаете, хорошая мысль, но сейчас почему бы нам не поплавать в океане, который прямо перед нами?» «Ну нет, я уже плавала всего минуту назад». «Рин-сама, вы выглядите отлично, мы на пляже должны купаться». «Она права, давай, пошли поплаваем». Они сразу с двух сторон схватили меня за руки и рывком подняли на ноги, а затем потащили к кромке прибоя. «Эй, подождите, мне нужно восстановить силы!» «Да ладно, господи! Мы сделаем так, что в воде твое сердце сразу забьется быстрее!» «Восстановите силы позже!» «Если хочешь, я могу наложить на тебя заклинание бодрости!» «О, наложите на меня, пожалуйста!» «Когда я валился от усталости, они приводили меня в чувство, а затем опять втягивали в свои игрища!» «Но мне кажется, что это пытка!» «Нет!» Втягивают все равно в игрище. Вот такое у нас было замечательное время на пляже. Солнечный проспект обычно полон школьников в форме, но во время летних каникул он выглядит совсем иначе. Однако несколько клубов все еще работают, да и бассейн сейчас открыт, так что возможность встретить школьников в форме все же есть. Но совсем крошечная. В толпе я замечаю знакомую фигуру. Длинные светлые волосы не спадают на спину, стройные ножки легко вышагивают, неся девушку вдоль проспекта. Эти походка и волосы. Кайх-сэмпай. «О, Рин-сама, какое совпадение?» Заметив меня, она обернулась и хлопнула в ладоши. «Непривычно видеть тебя в одиночестве. Покупаешь продукты для выпечки?» «Нет, сегодня нет. Вообще-то скоро у моей сестры день рождения, вот я и выбираю подарок». «У тебя есть сестра?» «Да, она пойдет в Академию Вербена в следующем году, а я в этом году заканчиваю, так что у нас не получится ходить в школу вместе. Если тебе не сложно, присматривай за ней, пожалуйста». «О, ну Рин уже тут за, я не знаю, за целым классом присматривает еще одна девочка, я не знаю, мне кажется, он с ума сойдет. Раз она твоя сестра, то с радостью». Честно говоря, услышав такое предложение, множество парней вызвалось бы добровольцем. В Корехе-сэмпай куча поклонников, разумеется, свой фан-клуб. Если новенькая ее сестра, то не составит труда догадаться, насколько она кажется красива. Ну, не факт. Я попытался нарисовать в уме портрет сестры Корехе-сэмпай, но та прервала мои размышления. «Кстати, ты сегодня не занят?» «Я?» «Ага». «Да нет, у меня на сегодня никаких дел». «Отлично! Не мог бы ты пройтись со мной по магазинам? Никак не могу выбрать подарок». «Кто я? Я тоже не мастер выбирать подарки. А еще ошиваются тут всякие, проходу не дают». «Ясно, будь красивой, не так-то просто». У Кэда была такая же проблема. Как только она оставалась одна, вокруг нее тут же собирались подростки. «Не знаю, смогу ли я помочь тебе в выборе подарка, но...» «О, спасибо тебе огромное». «Ладненько, пойдем погуляем». С улыбкой на лице Корех-сэмпай берет меня под руку, ее грудь постоянно задевает меня. Она очень миниатюрная, не такая чувственная, как Оса-сэмпай, но... «Эй, под ручку?»
А Сатян советовал мне так поступать, когда гуляешь с мальчиками. О, господи, неужели ты такая наивная, Кореха-симпай? Нельзя же верить всему, что слышишь. Я не воспринимаю ее как объект сексуального желания, но когда она вытворяет подобные вещи, то не знаю, что и подумать. Сердце выпрыгивает, как на первом свидании. С другой стороны, Кореха-симпай довольно улыбается, не подозревая, каково мне приходится. Я в первый раз вот так гуляю с парнем. Мы прямо как на свидании. Какая же она легкомысленная. Вторник. О, Нарине, я вышел из дома, чтобы немного развеять скуку и почти сразу столкнуться с Нарине. Привет, Нарине. Ринсама, куда ты идете? Она все продолжает к нему обращаться. Да, брожу без особой цели. Вам нечем заняться? По правде говоря, я устроил себе отдых, решил отложить все дела на потом. Услышав это, она застенчиво подняла на меня глаза. Я хотела попросить вас прогуляться вместе со мной. Меня? Да, так что если вы не возражаете, я свободен. К тому же побыть с кем-то за компанию куда веселее. Хорошо, и куда мы направимся? Куда же еще? Сюда. Сюда только и ходят. Солнечный проспект, как обычно, заполнен гуляющими. И мы с Нарине тоже присоединяемся к ним. Даже сейчас Нарине держится в полушаге позади, стараясь идти в ногу со мной. Усмехнувшись про себя, я слегка сбавил темп. Никогда прежде не видел на тебе это платье новое. Да, мне очень нравится цвет. Розовый, правда, тебе идет. Спасибо вам большое. Я только вчера купил, хотел, чтобы вы увидели первым. Понятно, поэтому ты решила пригласить меня на прогулку? Да. Краснея от смущения, она радостно заулыбалась. Видя эту улыбку, я думал, как хорошо, что я согласился пойти. Это совсем не то же самое, что гулять с Сиа или Маюми. С этим же не сравнится даже наш прогулки с Каэдо. Сейчас атмосфера куда более располагающая. Не часто мне удается ощутить такое умиротворение. Очень уютное чувство. Мы почти не разговариваем, но слишком часто нас окружает шум и болтовня, и сейчас тишина кажется нам драгоценной. А? Друг подала голос Нарине. Ничего, если я возьму вас под руку? Робко спросила она, потянув меня за рукав. Я отвернулся, чтобы скрыть смущение, но слегка отвел в сторону руку. Спасибо вам большое. Нарине радостно подхватила меня под руку. Уж ты, ощутив мягкое прикосновение к своей руке, я сразу оценил всю прелесть ее фигуры. Такие большие, сердце колотится так, будто сейчас разорвется. Надеюсь, Нарине не слышит ее стук. Не знаю, поняла ли она, что сейчас творится у меня в голове, но прижалась к моей руке еще крепче. Из всех живущих в этом мире сейчас я к вам ближе всего, правда? Я так счастлива. Кажется, будто ей хочется, чтобы так и оставалось всегда. Пока я наслаждался ощущением приятного веса на моей руке, мы шли вдоль Солнечного проспекта. Казалось, все вокруг смотрят на нас, но это внушало мне чувство превосходства. Подумать только, я гуляю с такой девушкой, как Нарине, сразу видно, что это завидная участь. Думаю, я самый счастливый человек на свете. Нет, я... Для меня просто быть с вами уже счастье. Сияние ее улыбки напоминает мне весеннее солнце. И я теряю дар речи. Прости, Нарине, но когда ты мне так улыбаешься, я почти наверняка счастливейший из живущих. Моя мечта всегда быть с вами, вот как сейчас. Прости, Нарине. Ринсама? Если честно, я не очень хорошо помню о том, что было со мной в детстве. Помню большую часть, но что-то ускальзывает. Даже сейчас, когда я иду рядом с тобой, такое чувство, будто я с кем-то другим. Буквально ощущается нечто иное, хотя и приятное. Думаю, в этом нет ничего плохого. Я ожидал, что она огорчится, но, к моему удивлению, она улыбнулась. И в этой улыбке не было фальши, она шла из глубины души. Не могу отвести глаз от столь прекрасной улыбки. Тогда я была ребенком, теперь же я выросла и стала совсем другой. Вам нравится проводить со мной время, это наполняет меня счастьем. Нет ничего прекраснее твоей улыбки. Ах, вы так думаете? Да, ведь мне хочется увидеть твою улыбку снова и снова. И потому я хочу, чтобы ты улыбалась. Ринсама, прошептала растроганная Нарине и вновь улыбнулась. Вам не трудно добиться моей улыбки, просто будьте со мной рядом, и этого достаточно. Честно призналась Нарине, я был совершенно пленен ее улыбкой. Ну все,
Он точно определился уже. Думаю, это была самая восхитительная улыбка из тех, что она мне дарила. Столь восхитительная, что рождало в сердце желание навсегда остаться рядом с Нарине, никогда не сводить с нее глаз. Среда. Такие коротенькие события у нас. Сомневаюсь, что сегодня нам стоит устраивать стирку Каэде. Что? Ты слышала прогноз погоды? Нет, но так надежнее. Рин уже встал. О чем ты? О том, что Каэда удивительная. Прости, Каэде-сан, спасибо, что всегда обо мне заботишься. Все в порядке, Ринтян, сегодня учебный день. Учебный день? Даже во время летних каникул мы иногда посещаем школу, так что ему пришлось вставать пораньше. Ясно, звучит, значит, с Рином все в порядке. Он встает так рано, только когда для этого есть важная причина. Но все же удивительно, что он проснулся сам. Ты не заболел, Рин? Похоже, меня осуждают. Вот только за что? Я не слишком беспокоилась о вас, но думаю, вам мое беспокойство не очень-то и нужно. Хотя сегодня учебный день, ничего особенного важного не предвидится. Единственное, что нас ожидает, это классный час. И меня всегда удивляло, зачем вообще нужен этот учебный день посреди каникул. Действительно. Я рада, что все вы в полном порядке, хотя насчет одного из вас я все-таки сомневаюсь. Мидриба, надеюсь, на тебя еще не подали в суд? Эй, я не настолько глуп. Не волнуйтесь, с этой проблемой я уже разобрался. Я желаю видеть детальный отчет об этом, когда мне станет ясно, действительно ли нет причин для беспокойства. Только смотрите, как бы моя предприимчивость вас не очаровала, так и влюбиться недолго. Какой наглый ученик. Да, точно. Жду не дождусь твоего отчета. После привычной беседы и нескольких предупреждений день завершился. Как я и ожидал, это был бессмысленный день. Итак, у вас осталась лишь половина летних каникул. Не потратьте ее впустую и мудро используйте свободное время. Хотя, сколько бы я ни говорила, моим советом из года в год почти никто не пользуется. Я мечтаю об ученике, который на заходе солнца бежал бы к пляжному маяку с залитым слезами лицом. Как драматично! Фу, да-да, мечтайте. После того, как госпожа Бини покинула нас, класс наполнился гомоном учеников, обсуждающих, как бы провести остаток дня. Наша компания ходит в школу пешком, но есть такие... то даже на автобусах и электричках добирается до школы почти час. Держу пари, угробив столько времени на поездку, теперь они хотят, чтобы это время не пропало даром. Хотя, думаю, это не мое дело. Когда я уже уходил, прихватив свою пустую сумку, меня окликнула оторва номер 2 нашего класса. «Цучи Микон!» Я сделал вид, что не слышу ее. Но тут эта чертовка заговорила с улыбочкой. Цучимикун, с кем это ты гулял вчера под руку по Солнечному проспекту? Чего ты хочешь? Господи, что же сразу так грубо-то? Разве тон, которым ты окликнула меня, позволяет думать о чем-то, кроме шантажа? Не собираюсь тебя шантажировать, я просто скучаю, хочу услышать тебя больше волнующих подробностей, вот и все. Но если я их не услышу, кадры, сделанные этой камерой, могут появиться в газете Академии. Это и называется шантаж. Хм, наслаждайтесь. Кореха Симпай, которая после занятия уже приступила к работе, усадила нас за столик. Я сижу напротив Маюми, словно в комнате допросов. Итак, я слушаю. Ну и как далеко у вас все зашло? Я думал, тебе нужны волнующие детали, а ты сразу к сути. Я, знаешь ли, не люблю ходить вокруг да около. Мы даже еще не целовались. Вот так-то. Вот как, в самом деле еще нет, вышли рука об руку, она светилась от счастья, и ты утверждаешь, будто ничего не было. Мы в самом деле не выходили за рамки. Звучит просто безумно, или в тебе таится нечто, способное пробудить к твоей персоне такой интерес? Я совершенно обыкновенная, да ты и сама знаешь. Но происходящее обыкновенным никак не назовешь. Маюми многозначительно ухмыльнулась, с таким видом, будто ей все известно. Но взглянула на экран камеры, запечатлевший меня рядом с девушкой, и продолжила. Если ты и правда нормальный молодой человек, то просто невозможно поверить, что между вами не было ничего этакого. Пожалуйста, хватит этой твоей дьявольской улыбочки.
Хм, эй, а это там Неринтян? Нарине? Едва слышу это имя, я невольно обернулся. Взгляд Моими был направлен на кого-то за окном. Я проследил за ее взглядами на другой стороне улицы, заметил девушку с синими волосами. Нарине? Услышав мой голос, Нарине тоже обернулась. Наши глаза встретились, и на губах у нее сверкнула счастливая улыбка. Мое сердце подпрыгнуло. Она зашагала в нашу сторону, и чем ближе подходила, тем радостнее становилось у меня на душе. Цучимикун! Эй, Цучимикун! Я слышал оклики моей соседки по столику, но не мог отвести глаз от приближающейся Нарине. Рин-сама? Эхом прозвучал в кафе ее голос, и я в ответ помахал рукой. Постой-ка! Так вы двое? Я по-прежнему не обращаю внимания на Маюми, может быть, потому что наконец осознаю свои истинные чувства. Образ Нарине у меня в душе, воспоминания о Нарине. Все это гораздо важнее, чем я думал. Ну что мы сейчас? Какие-то воспоминания увидим, нет? Нет, мы увидим. Следующий день. И что у нас? Снова бассейн? Замечательно. Время здесь мы проведем в следующей части. И спасибо вам, ребята. До скорого. Пока-пока.